Сегодня 4 декабря 2020 года. Это называется праздник у нас был на 10-й, введение во храм Девы Марии, Преснодевы. И все спрашивает, покажите, что едите сегодня. Ну, на такой день разрешается рыба, дабы не было. Вот за столом сидит. Из чего это у тебя вот это кушанье? Что тут? Ну, это суп с рожками, просто туда еще этих сухари наложил. Так. Вот яблочки, это на... свои сделали, свои. На рыбной основе. Это как называется, компот или что там? Ну да, своего рода компот. Вот. Это у нас как апельсин. А это лимон. Лимон, а это? Граната. Граната, а это? Яблоко. Яблоко, лук. Ну, чеснок, эти... чеснок. Чеснок. Селедка вареная. Селедка вареная, карасей нет сегодня? Нету. Натерто мелко-мелко, морковь над это. Самими квашеная капуста. Вот она в манке. А это вот тыкву. Тыква-то где у нас? Вчера тыкву испарили. Покажи, что это. Вот он. А куда ее поставил? Не знаю. А. Я вчера говорил, на стол поставить она будет. Вот тыква пареная. Угу. Видите, а вот это что, как называется? Хурма? Да, хурма. Хурма. Вот. А вот это вот ранетки брали, а потом перетолкли ранетки тут сибирские и с сахаром, а потом подсушили. Она отдельная, очень вкусная. Вот где. Ну и сухари. Вот то, что у нас есть. Яблоки. И варенье вот это из калины. Калина. Из калины. Ну а там отдельно хрен лежит. Все у нас есть. Чай. А то, говорит, заморились голодом, ничего подобного. Это хорошо для организма, лишнего ничего нет. Вот так. Это мы 7 утра, мы уже завтракаем. Мы встаем в 4:40 утра. Еще показать маленько, что у меня там. Там у меня голубок приболевший. Это специально такой вот ящичек. Кошек переносить. Но тут голубок сидит пока. Я его крестиками разукрасил, святой водой побрызгал, чтобы он не болел. Еще рано ему вставать. Вот такое утро наше. Слово Божие. О, есть книги, полка, Новые Заветы. Не Новые Заветы, это 4 Евангелия, 4 Евангелия красные по благословению патриарха. А это книги, которые нам присылают откуда-то неизвестно. Это протестантские, сектантские, но они нигде не противоречат Библии. Ну, а тут мои книги. 38 томов, которые у меня вышли. Это трехтомник Нового Завета. Вот так. Попутно сказать. Вот так сам снимаюсь в зеркало. Это я кресло нынче себе сделал такое. Обыкновенно в стуле. Видишь, сколько навязал. А какое оно там? А там железные какие-то. И вот обернул материю, там картон. И вот у меня такое, чтобы для чего? Потому что стал засыпать и падать со стула. Чтобы не пасть, я головой прислоняюсь. И все вот. Когда занимаюсь, тут у меня 2 фонаря, крупные и мелкие. Ну, тут ничего, видно, не увидишь уже. Вот так. Подарили мне хорошее, большое, вот это, любимая картина моя. Картина номер 1. Рафаэля, Сикстинская Мадонна, Божьей Матери. Ну, и дальше надписи. У нас все везде в надписях. А здесь лежат у меня книги. Вот я занимаюсь, когда рядом. Лежит рядом книга, Библия. Там псалтырь рядом лежит. Оран. Рядом псалтырь. Все, людям приходится отвечать, когда. Стационарный телефон. Показать просто, что и как. Видите, везде у нас какие надписи, то некоторые давно не видали. Кошка заскочила, она и лапа обожгла.
Поэтому все закрывается листом. Вон оно там надо было вроде поставить тут. А это плитку. Плитку как только включил, не отходи. Вот. А здесь моемся, где тоже надпись. Надписи везде предупреждающие, наставляющие. Это мы живем богато. Вверху сухари насушенные. Вот как. И еще вот мешок сухарей. Помогли нам. Одно время я насушил 12 полных мешков сухарей. Здесь хлеб покупали. А в деревню привезли и все раздали. Вот и все на этом.